Установка защитной шторки на оригинальную камеру Infinity M37 четвертого поколения. Как видите, уже провод здесь выходит. Это мы там просверлили. Сейчас мы соединим эти провода и все подтянем, вытянем провода здесь. Вот мы провели провод. Начинаем подтягивать. Обнимаем камеру. И закрываем колпачок. Видим, что равномерно везде колпачок закрылся. То есть ровно все. И делаем технологические точки, где будем просверливаться в пластик. Саморезы из нержавейки. Тонированные. Вот мы все закрутили. Вот что такое тонированные саморезы. Видите, темные. Не блестят. Еще раз перепроверяем. Видим, что равномерно все закрыло. Все. Теперь основной подключаем блок управления. Последнее. Вот сейчас все это соединим. И будем видео, как она открывается, закрывается. Подключение блока управления автоматической шторки. Плафон освещения багажника. Вот мы обивочку здесь снимаем. Берем вот этот фиолетовый провод. Это основной плюс будет блок управления. Вот мы провели через предохранитель и зашли заводской жгут. Вот здесь вот. Вот мы вышли. Вот этот красный провод. Это как раз основной плюс. Потом подключение. Справа, если стоит сзади машины, справа это будет лампочка заднего хода. Оранжевая. Это именно включение заднего хода к блоку управления. И минус мы берем основной же к блоку управления. Это синий, здесь же у лампочки. И все это доводим вот к блоку управления. И теперь такое самое, которое неудобно будет даже снять. Стоит камера. И здесь единственное, что просверлить. Внимательно, угловой-то еще будет видно. Сейчас посмотрим, там камера будет видно. Вот, стоп. Где он там? Так, может быть, фотографии сделаем сейчас. Давайте я выну этот белый провод, мы просунули, что где будет проходить проводка. Ну, заранее отсюда можно показать, он выходит. Он выйдет выше камеры. Там в пластике все. И будет у нас здесь провод заходить. И ни одного отверстия здесь, то есть отверстия под провода здесь не надо будет делать. Если смотреть, вот сейчас выну провод. То вот это. Вот он. Прям вот так вот держите. Может, вот отсюда снять, как я держу. И сверлите верхнюю часть камеры, где пластик и камера внутри. То есть там чистый пластик. Вы сначала 1,5-миллиметровым, потом уже 4-миллиметровым. И все, и отсюда провода заводите, здесь выводите и подключаете автоматическую шторку. Ну, вроде что-то отсюда видно. Сейчас, подожди, вот отсюда свет. А, вот дырочку замечательно вот, видно. Сейчас, стоп. Дырочку видно. Вот отверстие. Логическое отверстие будет. Где мы ввели провода, где мы просверлили, вам будет даваться автомобильный пластилин. И там мы закрываем все автомобильным пластилином, ну, эту щель, чтобы на всякий случай, чтобы не попадала вода. Для этого существует автомобильный пластилин.